Чебоксары – финалист конкурса «Культурная столица года». За победу столица Чувашии поборется с Грозным, Калининградом, Нижним Новгородом, Новосибирском, Самарой, Томском и Читой. При выборе финалистов эксперты оценивали города по 12 основным факторам, среди которых уровень развития архивов и историко-культурного наследия, материально-техническая обеспеченность, вклад в духовно-нравственное совершенствование жителей, уровень инклюзивной доступности. Уже этой осенью будет определен победитель. Город, который будет удостоен почетного звания, весь следующий год будет представлять обширную культурно-просветительскую программу, что, несомненно, повысит и его туристическую привлекательность.